И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Ну как записываю, уже его записал, а это только лишь подводка к нему. Вчера на стриме поздно вечером удалось нам запикаться против Ореха и узнать очень много интересной информации, которой он с нами поделился, закинул очень интересные инсайды, ну и катал на новом обновленном викинге. Поэтому я желаю вам приятного просмотра, услышать ответы на интересные вопросы. Ну и, конечно, не забывайте поддерживать видос лайком за информативность его, да, за, ну можно так сказать, возможность получить те ответы, которые до этого даже я не знал. И слушайте, смотрите внимательно, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на этот замечательный канал, ну и я вам желаю приятного просмотра. Контентичку дать? Что там, Орех, на новом викинге раскатываем, а? Ну а давай запишем контентик. Ой-ой-ой. Точка с запятой, ну давай на главного мадера. Спасибо, Свет, огромное. Спасибо, спасибо. Давай, после каточки закручу. А вот сейчас мы контентику лучше с Орехом дадим. Так, на новом викинге, значит, раскатывает он, да? На новом аппетитном, сочном, нагибаторском викинге. Оно выглядит прям очень хорошо, если честно. Выглядит прям мега круто. Выглядит прям мега аппетитно, если честно. Прям мега аппетит. Выглядит прям как будто, ну, как будто он мой. Как будто чисто на мне этот викинг. Джазовый. Сочненький. Красивенький. Так, давайте оудик вот так раздадим. Попробуем доставочку вкусную сделать. Опа, что там у него? Еще устройства какие-нибудь не надеты? Какие-нибудь имбовые устройства не надеты? Что у него? Вулкан адреналин, да? И на викинг иммунка от оглушения. Короче, чисто просто тест викинга вулкана, да, новым скином. Но скин, честно, выглядит очень хорошо. Очень хорошо выглядит. Прям мега хорошо. Прям мега хорошо выглядит. Я, если честно, ну, в моменте был бы даже не против его получить. Честно вам скажу. Интересно, за что только он будет? Может спросить у Ореха? За что будет этот викинг? Может спросить у него? Так, давайте попробуем водяночку. Так. Семён. Семён! За что викинг будет? Может ответ даже получим на вопрос? Парари-рари-рари-рам. Парирам. Интересно, ответит или проигнорит? А вот в чем вопрос. ЧСВ или не ЧСВ? ДРТО. День рождения танков, ребяточки. Танкофондичек! В танкофонде будет викинг. Сюда, контактик. Сюда, контактичек. А вот это уже Орех даже новостями, ну так сказать, заинсайдил информацию. Заинсайдил. Заинсайдил инфу. Вот это уже, как говорится, это уже контентичек. Инсайд информация, это очень сильно. Вот это уже и лайкозавра достойно. Так, битвочка ютуберов когда будет? Опа, хороший вопросик. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Так, насчет танкофонда он уже не ответит. Когда битвочка ютуберов? А вот это пока секрет. Ладно, ладно, секрет-то секрет. Секрет так секрет. А вот битвочка ютуберов когда? Вот этот вопрос важный. Очень важный вопрос. И нам нужен ответ на этот вопрос. Так. Опачки, 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 опачки. Мамонт Оуди. Ах, чуть-чуть не успел доставить. Чуть-чуть не успел доставочку оформить. Контентик уже пишется, ребяточки. Все идет, все идет, все идет. Все идет, контентичка идет. Скоро анонс.
Битвы ютуберов? Что, что, что? 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 Анонс битвы ютуберов? Серьезно? Серьезно? Ну когда я апрув на все дам? Ничего себе. А вот это инсайд инфа очень интересная. Вот это уже очень интересная информация, господа. Это уже очень интересная информация. Спроси, будешь ли ты? А откуда он знает, буду ли я или не буду я? Это уже я не знаю, наверное, тут такой... Такая тема уже точно не будет известна. Так, что у нас по катке вообще, ребяточки? Досрочку мы здесь оформим, не оформим. 6 минут у нас до конца. Дадим ли контенту или не дадим? Будешь ли ты спросить, да? Ладно, сейчас, ребяточки, спрошу. Сейчас доставочку попробую оформить. И спросим. Блин, у меня Audi прожимается. Буду ли я в ней? Опачки. Парирурчик. Парирурит. По факту, чтоб я был, да? Не, меня как всегда. Меня как всегда кинут, знаете, ребяточки, как всегда. Как всегда, пролечу мимо. Пролечу мимо. Опачки. Отличная разыгровочка. Попыточка. Так, ну нам надо обязательно выиграть эту катку, а то орех нас выиграет это. Вот это будет, конечно, уже не очень достойная темка. Это будет уже не супер круто. Орех не знает набор участников. Понял, понял, понял. Понял. Когда в контрактах интерес. Интерес появится. Вот это очень важная темка. Очень важная. Очень важная темка. А вот это очень важная вещь. Давайте узнаем вопрос на этот ответ. Давайте узнаем. Не скоро. Не скоро. Не скоро. Вот так вот, значит, да? Не скоро, значит, да? И что, они будут пустовать просто? Вот так вот, значит, да? Вот так вот, значит, да? И что, они будут пустовать? Давайте спросим. Давайте спросим. Так, и по поводу трофеев тоже зададим вопрос. Будут ли новые трофеи, когда они будут? Понятное дело, что они будут. Особый год пустовали. Вот так вот, значит, да? Вот так вот, значит. Хорошо. Хорошо. Понял, принял. А новые трофеи... Когда будут? Вот этот вопросик мы сейчас тоже узнаем. А вот этот вопросичек мы тоже сейчас пробьем. О, видите, ребяточки, со мной человек сразу здоровается, не с орехом. Интересно так. Бан. Увидишь! Бан, но это не ответ на вопрос. Это же не ответ на вопрос. Увидишь. Увидишь. Нормальный ответ? Увижу. Увижу. Это я точно увижу. Ну ладно, в общем и целом, в принципе, довольно неплохие ответы мы вместе с вами получили. Я думаю, что
Лайкозавра точно достойна вся эта темочка. Ну и викинг. Викинг на танкофонде — это тоже интерес. Викинг на танкофонде — это тоже бабки. Это тоже контентичек. Ну и битвочка ютуберов. Уже скоро. Скоро битвочка ютуберов. Орех, можно сказать, это дело заинсайдил. Так, две доставки нам до конца. Либо полторы минуты. Пробуем накидать урончик. Наш тиммейт не доставил. Блин, как так? Чел уже по этой доставке 4 раза прокатился и не доставил. Как он не доставил? Парам-парам. Скажи спасибо Ореху. От всех. Спасибо за ответы. Вот так вот напишем. Ну, может, все-таки не ЧСВ, правильно? Мы-то получается, как бы, ну-то не ЧСВ. Хоть на последний вопрос он не ответил. Хотя можно было бы там заанонсить трофеи новые. Ну так, чисто по красоте. Но, в принципе, все равно. Достойно. Достойно. Но достойно. В принципе, выглядит все достойно. Сколько уровней? Танкофонде будет. Блин, ну это уже походу не успел я. С этим вопросом я уже походу не успел. Или успел? Успел или не успел? Не, ну я думаю, что, наверное, ответа мы уже на этот с вами вопрос не получим. Ну, в принципе, и так. На довольно большое количество интересных вопросов ответы получили. Поэтому это уже будет очень и очень интересно. Можно ждать битвочку ютуберов. И можно ждать нового викинга в танкофонде. Неплохо, неплохо. Ну и победочка еще в карманчик. Сюда контактичек, сюда контактик. Красиво, четко.